Achieved with CryEngine. Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Ладно, парашюты, маски. После выброски держитесь со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Но, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимания! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Вы видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют!
и запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Недостаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь. Уже на марше. Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился в воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий. Будь осторожен, Номад. Перезаряжаю! Огонь! Выходим! Недостаточно энергии. Помощь скоро будет. Номад, давай сюда. Прикрывай. Давай, пошли за Ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет, но они близко. Секунду, что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Проверь глушитель. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Сюда! Давай, пошли за Ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Недостаточно энергии. Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Я вам... Пророк, помоги! Номад, шут к нему! Живо! Ну! Боже! Что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын!
Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт. Никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи мастер. Недостаточно энергии. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Номад, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Достаточно энергии. Понял, пророк. Да.
меня достаточно энергии. Сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения о достаточно. Передаю координаты. Понял. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Достаточно энергии. Номад, ты приближаешься к штабу. Советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным. В связном фургоне. Проверь терминалы. Попробуй войти в их тактическую сеть. Маршал. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично. Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Ричхан Крон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Крон — серьезный противник, а еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Достаточно энергии. Недостаточно энергии. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен.
Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Недостаточно энергии. Что за черт? Держите курс! Надо найти Шута! Идем на восток! Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Мертв, сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг. Недостаточно энергии. Летим в оба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Новый. Охраняйте периметр. Прием, штаб. Птичка в здании школы. Прием. Ранена, но можно идти. Вас понял. 11-84. Передаем командование. Ждите на нижнем указании. Прием. Вас понял, штаб. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Посмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – заложник. Ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончим. Недостаточно энергии. Тише, ребята. Впереди могут быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Терминал, где вы не можете связи.
Недостаточно энергии. Что-то есть, похоже, сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача найти заложников. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. Кровь не моя. Бодовский. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Били проблемы с поисками вашего катера. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэнгли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то... Что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Бодовский мертв. Все остальные на раскопе. К востоку от вертодрома, над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Прости, милый, но я не пойду. Я еле выбралась оттуда. Слушай меня. Мы следили за работой Розенталя. Он раскопал статую в джунглях. Только это не статуя. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. У нас мало времени. Спасите людей Розенталя и освободите остров.
Что бы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Займись этими танками, Номад, а я провожу нашу леди в безопасное место. Внимание, Номад! В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем... Давно следит за Розенталем. Чем их заинтересовал простой археолог? Его группа обнаружила следы культуры, существовавшей задолго до человека. Нас интересует, что именно они нашли, почему корейцы так тщательно это скрывают. Понятно.
Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Пророк! Черт возьми, пророк! Что за черт? Пророк, слышишь меня? Пророк, ответь! Ответь! Черт! Недостаточно энергии. Навад, это майор Стрикланд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Повторяю, пророк пропал. У нас 2 убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в дом, и он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую борт. Капец. Я готов. Нам известно, что есть нахождение Розенталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской башней. Иду за ним. Уважаю, сынок, но помочь не могу. Наш спутник глушат корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я заброшу свежие снимки и попробую найти твой разбор. Понял, майор. Заранее спасибо. Достаточно энергии.
оттуда Розенталя. Я пришлю транспортник тебе на подмогу. Максимум брони. Достаточно энергии. Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Я уже устал ждать. Вы никогда не были так осторожным на раскопках. Я знаю, что было в Хундуку, что там. Это другое. Другие находки в Афганистане, в Сибири были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны бы. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Я понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. Сейчас это не важно. Храм – источник. Храм? Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так, пошли первые изображения. Что за... Не может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже, Кхон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка, она живая, она... О, Боже! Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро! Что за... Кто ты? Спецназ США. Пора выбираться отсюда. Слава богу. Кхон и мои. Моя дочь. В той шахте в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Что я наделал? Недостаточно энергии. Мы зафиксировали выброс энергии в центре острова. Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в 5 километрах вниз по реке. Найди лодку и отправляйся туда. Тебе приближаются войска противника. Держись, парень, сейчас будет жарко. Достаточно энергии.
недостаточно энергии. Достаточно энергии. Стрикланд, как слышно? Я тут не один в нанокосте. Стрикланд, как слышно? Я тут не один в нанокостюме. Да уж, черт подери! У них же не должно быть этой технологии! Ладно.
слабое утешение, но их костюмы выглядят как дешевые подделки. Сейчас исправлю. Гриф, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Снижай. Жди. Номад, мы ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Надеюсь, ты готов к войне, сынок. Понял. Ты как, Номад? Я гляжу, ты живой, а? Курси насчет пророка. Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, Шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так. Миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон. Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Хочу на это посмотреть. Так, парни, вы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и сброшу ловушки. Потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Так, а зачем мы тут садимся? Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Дальше я вас не повезу, господа. Гавань слишком жарко. Удачи вам. Черт, как же я хочу такой костюм. Санитар, принимайте раненых. И улетайте быстрее. Идите за мной, сэр. Пошли. Тревога. Недостаточно.
Thank you.
Недостаточно энергии. Стреляйте! Номад, я занял позицию! И какой же у нас план, псих? Я осмотрел гавань. У них тут стоит крейсер, набитый электроникой. Он и глушит спутники. Если ты с ним разберешься, мы сможем ударить с воздуха. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь после.
Береги себя, Номан! Когда все закончится, с меня пиво! Бай! Шарахни по входу в тоннель и продолжи путь дорогу! В точку! Так, теперь покатили в долину! Устроим теплый прием генералу Кхону! Ваши, 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 ва
уничтожено, майор. Зовите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Номад. Продолжаем наступление по плану Альфа. Недостаточно энергии. Номад, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Я передал координаты на твою карту. Иди туда и подсвети цель, чтобы ребята ее разнесли. Понял. Стрикланд, я на месте. Вижу склад. Айдаха главный. Здесь большой провал. Надо подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Номад! Дальше пока пойдешь сам. Понял.
Недостаточно энергии. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль. Я вожу авиацию. Максимум правильно. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Максимум брать. Thank you.
Недостаточно энергии. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Прикроем тебя с воздуха, отбой.
недостаточно энергии. Стрикленд, я внутри. Отлично! Найти заложников! Время на исходе! Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, что... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нано-костюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу, вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану! Она права! Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Нет! Убить!
Это саботаж! Тебе не спрятаться! Максимум брони. Я уже устал ждать! Достаточно энергии. Розенталь, надо выбираться отсюда! Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Елена Розенталь, нужна эвакуация. Сможешь прилететь в пещеру? Черт, Нома, не слишком ли? Ладно, жди, я снижаюсь. Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробую пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, Номад. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь. Достаточно энергии. Сигнал пропадает. Слышишь? Гриф, связь пропадает. Как слышно? Прием. Гриф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно, холодно, очень холодно. Заметил движение. Черт, это та же тварь, что убила пророка. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите.
Что за тут сила тяжести? Недостаточно энергии. Стабилизирую себя с помощью двигателей. Надо только освоиться чуток. Черт, что это было? Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Я здесь не один. Течение усилилось. Похоже, оно поддерживается этими механизмами. Попробуем обесточить. Кажется, получилось. Недостаточно энергии. Кто бы это ни был, недостаточно теперь энергии.
Похоже, они меня заметили. Надо убираться отсюда. И поскорее. Опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. По пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но кажется, по нему течет ток. С определенной периодичностью. Попробуем Достаточно энергии.
Максимум брони. Максимум брони. Недостаточно энергии. Где я? Черт возьми! Достаточно энергии. Достаточно энергии. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Недостаточно энергии.
недостаточно энергии. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Максимум брони. Максимум брони. Максимум брони. Максимум недостаточно энергии. Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Максимум брони. Максимум брони. Максимум брони. Максимум брони.
становится лучше чутким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему сигналу. Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения. Думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину основной элемент эвакуации. Всех, кого найдешь, беги туда. Достаточно энергии. Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпехов. Живые есть, сынок? Никак нет, сэр. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Ah!
падает. Если я не вылезу наружу, то замерзну насмерть. Я подобрал их оружие. Держи. Как же ты... Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебе надо подлатать. Мне нужно найти укрытие. Костюм долго не протянет. Держись, Пророк. Мы выберемся отсюда. Сказал, нужно срочно выбираться. Слышу тебя, Номат. После края сферы как раз сидят мои разведчики. Они тебе и помогут. Идем туда, майор. Достаточно энергии. Солдат!
хищни! Ее оставьте! Триклин говорил, что вы придете. Черт, мы не думали, что вы доберетесь. Видели кого-нибудь из наших? Внутри этой штуки минус 200. Живых там нет. Живых людей, точнее. Что вы там нашли? Что это за чертовщина? Не знаю. Где твой командир? Сержант Киган, он внутри. Вас видеть, ребята! Похоже, помогать нам будут! Нам бы очень пригодились эти костюмы, когда похолодало. Я должен проводить этих людей через долину в пункт эвакуации. Они отзывают войска! Сэр! Новая группа противника! Позиции! У вас гости! Что? Что? Огонь! Черт! Опять один!
Максимум брони. Быстрее! Их тут целая куча! Спокойно, Елена. Мы уже близко. Thank you.
думаю. Давайте сюда, сэр! Во имя генерала Паттона, что это? Улетай отсюда, Грифф! Это моя добыча! Как же вы, майор? Я морпех, сынок! Я по воде пройду, если надо! Ты дело сделал! Теперь вали отсюда, пока я их отвлекаю! Ну давай, сукин сын! Держите шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов, да еще и погода не к черту. Проклятие, мы под обстрелом! Держись, держись! А-а-а! Пилот ранен, откройте кабину! Быстрее туда, лейтенант! Мы падаем! Тяни! Тяни! Гриф 1-4, это командир. Как слышно? Командир, это Номад. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. У тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Мы эвакуируем всех на Конституцию. Видишь своих впереди? Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя из долины. Держись с нами, Номад. Тут в лагере прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Забираем их. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. Номад, зайди сверху и прикрой взлет. Понял. Впереди противник. Номад, в атаку. Так мы приземлились. Номад, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Командир, все готово, можем взлетать. Номад, зачисти район. Чем скорее они взлетят, тем лучше. Отбой. Понял. Подальше ото льда.
465. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф. Я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас. Все чисто. Понял, Номад. Взлетаем. Мы в воздухе. Спасибо за помощь, Номад. Возвращаемся на авианосец. Внимание всем! Впереди по дороге колонна наших. Ведут бой. Помогите им, но помните, приоритет вернуться на авианосец. Будьте осторожны. Отбой. Вас понял, командир. Тут полно противников, но мы попробуем помочь. Я лечу к вам. Буду через 10 минут. Давай скорее, приятель. У меня для тебя небольшой сувенир. Как я вам? Мы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командиры нарядов, продолжайте работу по плану. Номад, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номад, полюбуйся на этого урода. Да, так, сильно хватил небольшой трофей. Эй, осторожно. Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь.
Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Ты сказал, дохлый! Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Иди, увидимся позже. Вперед, адмирал! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Шевелись, Номад! Мостик закрыт, сэр. Вам нужен штаб, он внизу. Лексингтон атакован. Мы ближайшие к нему. Вся авиация с него летит к нам. Ладно, из Японии уже вышло госпитальное судно. Нужно что-то делать. Эй, спецназ, а ты правда был внутри этой штуки? Ты так. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Говорю же тебе, их нет. Встань. Я уже чахну. Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М-33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр, нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас.
вы были внутри той сферы. Да, надо подумать и купить. Ждем предотвратительную проверку. Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номада. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Садись, Номад. Время не ждет. Эй, босс! Куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь я на 10 лет моложе. А, вот и она. Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное орудие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвет. Спокойно, я знаю, что делаю. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена. Собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете сюда угрожает реальная опасность. Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. Пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция, штаб. Это мародер 1. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер 1. Прием. Готово, сэр.
А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Маранер 1, это конституция, штаб. Зеленый свет, доставляйте груз, отбой. Надеюсь, понял. Что вы правы. Вы, я и остальная планета. Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Двери заклинило, лейтенант! Что стоишь? Выбей ее! Перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Номад, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Недостаточно энергии. Thank you.
В реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял, псих. Номад, я настроила передатчик. Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня всегда проблемы. Что ты тоже из этих тварей? Ты Номад? Эй! Эй, Номад! Мы тебя ждали! В реакторе утечка радиации! Мы долго не продержимся против этих тварей! Если реактор не заглушить, он рванет! Тебе надо на ту сторону! Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике! Тогда ты сможешь перезапустить реактор! Не беспокойся, я все подробно объясню. Предохранитель где-то близко. Рядом с ним должен мигать красный сигнал. Вот так, похоже, сработало. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Я в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Аварийная остановка начинается. Отлично, Номад. Стержни сейчас опустятся. Черт, стержни заклинило. Маскировка активна. Слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Номад, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Thank you.
собрании. Недостаточно энергии. Максимум брони. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Я горжусь, что работал с тобой. Спасибо за помощь. Аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. Маскировка активирована. Максимум брони. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Я аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. Максимум брони. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. Покидаем корабль, Номад! Берем транспортники и взлетаем! Ждем тебя!
рукам! Оно приказано! Черту приказы! Никто не уйдет! Мы останемся здесь и будем сражаться! Но, сэр! Номад! Номад! Ты должен вытащить этих ребят! Беги к палубе! Живо! Номад, ты как там, живой? Более-менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Еленой уже в воздухе! Корабль захвачен! Все, кто не ушел, погибли! Держись! Сейчас мы тебя заберем! Сэр, вы не видели адмирала? О, черт! Как вы предлагаете мне это сделать? Оставьте меня! Уходите! Живо! Ни за что, брат!
сошли! Уходите! Похоже,
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Кто там? Да ты не поверишь, браток! Это Пророк! Он жив? И, похоже, еще брыкается! Засекай его координаты. Возвращаемся!